течение недели в рамках 10%. Найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Эй, Хрясь. Крас. Угу. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Ты же сказал, что всех нейтрализовал. Это лишь предположение. Ладно, разберемся. Надлежит воздерживаться от обсуждения работы с семьей и товарищами, не состоящими на службе в комплексе.
Сохранение данных. Товарищи, говорится, понедельник начинается в субботу, однако я... Специально взять отгул. Как вы знаете, вот что шла, пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных. Под номерами 704-557А, 907-44К и 075-332Н. Ваши дела пересмотрены. Установленная мера пресечения изменена. Просьба передать оборудование управляющему и проследовать в отдел социального контроля. Так. Вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки?
Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельством при рассмотрении вашего дела. Ну, и? В какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Твою мать. Сколько времени и сил потом уйдет на ремонт всего этого? Согласен. Печальное зрелище. Но в любом случае, роботы восстановят поврежденные помещения очень быстро. Да что-то я сильно сомневаюсь, что с ними потом здесь захотят иметь дело. Сохранение данных.
хранения данных. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебе что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Напоминаю, лабораторное оборудование является собственностью партии. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией.
Старший робот-десантник Александр Ефремов. Вас ожидают в диспетчерской. Thank you.